наук, профессор, председатель Совета ректоров Курской области, ректор Курского государственного университета Александр Николаевич Кудин. Добрый день, дорогие студенты! Добрый день, дорогие первокурсники, впервые пересогнувшие сегодня порог Курского государственного университета. Добрый день, уважаемые родители, преподаватели. Добрый день, уважаемые гости. Я искренне рад приветствовать всех вас, собравшихся для того, чтобы отметить этот замечательный праздник для каждого россиянина, потому что в каждой семье есть тот, кто сегодня пошел в детский сад, в школу, в организацию среднего профессионального образования или в организацию высшего образования. Впервые сегодня в Курский государственный университет пришли 2858 студентов, зачисленные в этом году на первый курс. А состав студентов Курского государственного университета превысил впервые 12-тысячную планку по численности обучающихся в вузах Курской области. Это самый большой вуз города Курска. Кто они, наши первокурсники? Это представители почти 40 регионов нашей Российской Федерации. Конечно же, самое большое число – это жители Курской области и города Курска. Но среди тех, кто поступил в Курский государственный университет, более 100 выпускников из Белгородской области. У нас есть выпускники Москвы и Московской области, близлежащих областей Орловской, Брянской и дальних областей нашей великой России. Дорогие друзья, около 1000 выпускников, зачисленных на первый курс, окончили школу с аттестатом с отличием и награждены золотой медалью. Это говорит о высочайшем качестве тех, кто поступил, качестве подготовки тех, кто поступил к нам в Курский государственный университет. Но качество измеряется и другими параметрами. Сегодня мы видели целый ряд спортивных площадок. 381 студент первого курса награжден золотым значком ГТО. Это тоже качественная характеристика. Дорогие друзья, среди вас, среди первокурсников, есть победители Всероссийской олимпиады школьников заключительного этапа, которые могли выбрать любой вуз Российской Федерации, но предпочли Курский государственный университет. Среди вас есть те, кто закончил школу и получил 100 баллов по единому государственному экзамену, по русскому языку, по химии, по целому ряду других предметов, и вы тоже в числе первокурсников. Мы постараемся оправдать надежды ваши, связанные с вашим и профессиональным, и личностным развитием в нашем университете, оправдать надежды ваших родителей, оправдать доверие Министерства образования и науки Российской Федерации, которое выделило нам в этом году 1207 бюджетных мест, и в следующем году их количество только выросло для приема на первый курс. Мы постараемся оправдать доверие администрации Курской области, губернатора Александра Николаевича Михайлова, который поддержал интеграцию Курского института социального образования в структуру Курского государственного университета. И сегодня я был на площадке Карла Маркса 51 и 53 утром, там начались занятия на факультетах Института социальных инноваций и технологий, который создан в этом году в Курском государственном университете.
Мы гордимся нашими выпускниками. Среди наших выпускников три удостоены звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Среди наших выпускников Герой социалистического труда, учитель географии. Среди наших выпускников в составе Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва работают три выпускника Курского государственного университета из 5, представляющих Курскую область. Среди наших выпускников, сидящие здесь председатели комитетов, Алла Альбертовна Чертова, Александр Алексеевич Марковчин. Среди наших выпускников, те, кто сегодня возглавляют крупные региональные компании, «Атомэнергосбыт» Сергей Викторович Токарев. Нет Николая Викторовича Волокитина, но он только что прилетел на Курскую землю после долгой командировки. «Кристалл Лефортово». Я мог бы перечислять вот бесконечно череду наших выпускников. Мы гордимся ими. Вы увидите сегодня на сцене тех, кто учится в университете, и тех, кто сегодня достиг очень высоких результатов в форумных мероприятиях. Вы увидите, какими вы сможете стать, и мы вам в этом поможем. Я хочу искренне вас поздравить всех с этим замечательным праздником, и праздник, посвященный Дню знаний, объявляю открытым.